Ага. Всем привет, любителям Steven Universe. Да, это вселенная Стивена, и это спасение Светки. Помните, мы с вами в атаку Светки играли? Не помню, когда конкретно, но играли. Она была же на телефоне. А это уже взрослая игра. Ее портировали с плойки, кажется, в компьютер. В нормальное игровое устройство. К вам пришел цветок. Вот сейчас, если какие-то проблемы по поводу нормального игрового устройства у вас есть, все проблемы с ним решаете. Все. А мы начинаем играть. Z. Воу, создатели. Выбрать. А что, а геймпад нельзя было подключить? Ну-ка, сейчас попробуем. О, есть геймпад. Отлично. Так. А как там на геймпаде-то играть? Ну ладно. Первая ячейка. Ой, выбрать. Она платная? Давным-давно в мире существовало одно... Что-то там. Призма, способная создавать целые армии света. Оно было невероятно опасным. Но в один прекрасный день призма исчезла, и никто ее больше не видел. Пока ее не открыли. 4 отважных героя. То есть мы. Гранат, аметист, жемчуг и я. Самоцветы. А потом мы случайно выпустили свет на волю. Вот это незадача. Мы отправились в путешествие, чтобы разыскать все цвета. Это было невероятное приключение, и оно есть у меня на канале. А когда мы достигли цели, свет внезапно превратился в огромного злобного монстра. Сейчас я вам покажу. Но я сказал ему, нам не обязательно сражаться. Тебе не нужно быть оружием, ты можешь быть кем захочешь. После этого монстр передумал на нас нападать. Он начал менять форму и в конце концов превратился... В меня! О, фига себе, там девчонка какая у него. Вот так я и встретил своего нового друга, светового Стивена. Стивен горячий СВшник. Да-да, согласен. Вот так. Ого, с ума сойти. Круто, правда? Погляди-ка. Я сначала хотел прочитать погладь-ка. Он почти такой же, как я. Ха-ха, вот это да, Стивен. Что? Опа. Эй. А это на меня совсем не похоже. Куда это оно? Обычно такого не происходит. Стивен, пойдем поищем его снаружи. А можно за девчонку играть? Или мне за Стивена, за этого ЧСВшного? Постой, мне кажется, я что-то забыл. Ну так давай найдем. Рюкзак-чизбургер. Из него мы будем доставать всякую вкусняшку. Что еще у нас есть? Секретная дверь. Я прыгать теперь могу, прикиньте. Боже, я могу спрыгнуть со второго этажа на первый. А здесь что? Уборная? Нет. Это что такое? Портальный зал. Прям в хате себе отстроил. Вот это я понимаю. Подготовочка. Как-нибудь другой раз. Капец, как он прыгает. Ну, видимо, пора идти, да? Смотри, как я классно прыгаю. Ю-ху! Жизнерадостный человек все-таки. Прибрежье. Погоди, там же проход есть, нет? Черт, я не могу сброситься. А, не, я могу сброситься в море, погоди. Упал. Нет, жив. Так, кто это? Тетка какая-то, смотри. А куда мне идти-то вообще? Как карту? Я понять не имею, зачем сюда пришел. Что ж ты не имеешь понятия? Там какой-то курорт, можно сказать. И там еще кучка песка, смотри, как-то желтится, зеленится, звездочками сверкает. О боже, это 3D, оно меня укачивает. Здорово. Нифига себе, вы это видели? Ох, боже мой, я умею еще вот так делать. Смотри. Как он классно выпрыгивает. Звездой, давай звездой. Я должен был звездочкой в этот... врезаться. Черт, это невозможно сделать. Ну ладно.
Мне нравится переклад. Он такой вообще. О, я девчонку нашел. Ну, девчонка явно милее. А вот и оно. Эй, дружок, подожди. Идем, Стивен. Давай, покатили. Смотри, как я могу. Уху! 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 Что это? Почтовый ящик. Эх, сегодня писем нет. Стивен, идем, у нас мало времени. Да ладно, погоди, я пока все не облутаю. Что это за пятнышки такие? Ой, Конни. О, ее Конни зовут. Смотри-ка. Смотри-ка, пони. Что это, конфета? Печенье-кошка. Ням-ням. Оно валялось в песке? Не стал бы я это есть. Во, смотри. Это надо разбить. Определенно, смотри, тут дырка есть. Но я еще не настолько терминатор, чтобы прям своим горбом пробивать все. Е-е-е, вот это самые крутые вещи, ребят. Интересно, что у него на уме? Может, он хочет пончик? Или, наверное, нам лучше вернуться? Или, кажется, он пытается куда-то нас привести? И какой же ответ правильный? Какой же ответ самый не такой уж и глупый? Наверное, он пытается куда-то нас привести. Стив и Конни могут вместе двинуть Конни. Да, похоже, ты прав. Скорее, не будем терять время. Она тоже этот, как его, самоцвет? Что ж, не будем терять времени? Это как раз этим мы сейчас и будем заниматься. Эй, Ларс, ты тоже это видишь? Ага. Погоди, тут еще лута куча целая. Целый завтрак совместный нашел. Ну ладно, ладно, все, я понял, нужно идти прям за ним. А это что за кристаллик? Эй, вы тут не видели маленький призматический болид? Ладно, я иду за ним. Можно как-то ускориться? Буковка Б не помогает. Икс, это, ребят, вот так делать. Призма. Световой Стивен! О, нет, с ним творится что-то неладное. Мне кажется, он хочет в туалет просто. Стивен. Слушай, Стивен. О, этому Dad, тоже нехорошо. Пап, что такое? Надеюсь, это кто-то из твоих новых друзей? Эй, там на звездолете. Если вы собираетесь приземлиться, лучше вам отлететь немного подальше. Я так и думал. Ага! Именно с этого Just Shapes and Beats начиналось, помните? О, нет, только не автомойка! Да тебе-то какая разница? Нифига себе сейчас. О! Оу! Вот и земля. Чувствую, по мне тут скучали. А теперь посмотрим, где же у нас... Ага, вот ты где. Ой. Так и знала. Кто посмел тебя включить? Ты ведь принадлежишь только мне. Иди-ка сюда. Во имя звезд, что у тебя за нелепый вид? Нужно срочно его сменить. Эй! Нет, оставь его в покое. Кто ты и что тебе надо? Оставь его в покое. Да, он к тебе не хочет. Надо, значит надо. О нет, световой Стивен! Откуда этот странный звук? Что это там внизу? Люди? Да неужели? Тебя включили люди? Стоило оставить тебя здесь всего на пару тысяч лет, и ты уже включаешься для кого попало? Что ж, дам тебе шанс искупить вину, напади на них и разруби на кусочки. О. Что? Что это за жалкие создания? Твои клинки так ослабли?
ты теряешь хватку. Идем со мной, ты меня разочаровываешь. Постой, световой Стивен! Вот это завязочка, да? Стивен, берегись! О! Давай, девчуля, давай Конни, сейчас мы им Конни сделаем. Попадя такой скачет там на заднем фоне. Мы с ними разберемся, мистер Юниверс. Нажми А. А. Выбери Конни. А. Выбери способность. А. Выбери кого бить. А. Когда... А, нажми А. Когда увидишь звезду для выполнения бонусной атаки. А. Молодец, Конни. А что же здесь... А. Спасибо, говорит Стивен. Давай, Стивен, теперь твоя очередь показать себя. А у меня очков действия не хватало. Не хватило. А, у меня что-то есть, что это такое? Рывок со щитом. Стивен совершает рывок, цели нанося урон всем врагам на своем пути. И... Да я нажал же. Восхитительно! Способности расходуют звездные очки. Когда кольцо заполняется, ты получаешь звездные очки. Так, звезда защиты, окей. Когда члены команды получают урон, Стивен может их исцелить с помощью воодушевления. Стивен, откуда у тебя оно? Ага. Пук! Так, помогать друг другу в бою, их взаимоотношения улучшаются. О-о-о! Заполни шкалу взаимоотношений до конца и случится кое-что интересное. Я не думаю, что в этой игре случится кое-что интересное. Знаете, это не Sims. Ты справишься. А то. Так, защищаемся. Опа, идеально. Так, давай-ка мы возьмем коню. И двинем коня вот по этому коню. И просто его издолбил. Давай теперь еще раз возьмем кони. Слушай, она нормально. Она сражается, этот как обычно стоит, ничего не делает. Восхитительно. Я просто жду, мне не хватит 3 очков, чтобы его накрыть. А теперь можно полечиться от Стивена. Пынч, пынч, пыпыры. Пум! А вот теперь мы будем его бить. Сильно бить. Нормально, чё? Ну, в принципе, механика боя похожа на ту, которая была раньше. Чуть-чуть она изменилась. Вот этот режим реального времени, можно сказать, добавился какой-то. Ну и безумие. Вы в порядке, ребята? Ага, ну как, жалко твой автомойку, пап. Ничего страшного, дружок. Главное, что вы целы. Да и на моем фургоне не царапинки. Что ж, похоже, мне пора приниматься за уборку. Бедный световой Стивен, мы должны его спасти. Нужно рассказать обо всем самоцветам, они нам обязательно помогут. Да, давай. Эх, ну а теперь это что случилось? Давай посмотрим. О боже мой. Что ты делаешь с головой? Дети, на помощь! Ко мне в машину забрался какой-то бешеный синий енот. Мы с ним разберемся, мэр Дьюи. Отлично. А то ведь это, знаете ли, государственная собственность. Как с ним разобраться-то? Хе. Ой, я его сбросил. Прикинь, я прям накатил на него. Их много стало. При нажатии А время останавливается, враги не могут атаковать. Обдумывай свои дальнейшие действия сколько угодно. Я уже знаю свои действия.
Нажми А, когда звезда станет фиолетовой, чтобы выполнить идеальную атаку. Идеальные атаки ускоряют заполнение звездной шкалы. Какие-то идеальные атаки появились, ребят. Они идут в атаку на нас. И... А идеальная защита есть? Ух, и сильно же нам достались противники. Боюсь, без помощи не обойтись. Да ладно, я их так уделаю один. У меня есть кое-что полезное. Да нет у тебя ничего полезного, сдрисни. Звездный фрукт, печенье, кошка. Использую звездный фрукт. Ну придется. Вон мне сколько очков, смотри, набралось. Сейчас мы их всех побьем. Начнем с этого. И... Так, отлично, первый пошел. И... Я не понял, я что, не идеально сделал? Есть! Так, Стивен, требуется твой мега-щит. Войди в него! Поздно. Нормально. Вот такая вот комба. Фу ты. Мне нужна моя любимая... Как ее там? С хлыстом, которая. Я помню, я так ее нагибал вообще всех ходил. А что я встал-то? Ждем дальше. Да что же я делаю-то? Давай, займемся своим душевным равновесием. Так, теперь нужно полечить еще и нашу пони. Стивен, ты лучший. Я думаю, любой парень готов слушать от такой девчонки такие комплименты. Я же забыл звездочку прожать, ну да ладно. Стивен, сейчас тебе достанется. Опять. Используй рывок Стивена для АОЕ. Он всех на своем пути бьет, да я в курсе. Только что применял. Отлично, на тебе по шиям. Тихо, Стивен, давай. Спасай девчонку. Фу ты, блин. Тормоз у нас, Стивен, все время поздно. А че, мэр? Спасибо, ребята, но мне все еще нужна ваша помощь. Эти странные синие существа заполнили все прибрежье. Они создают угрозу общественной безопасности. А хуже всего то, что я потерял ключ от города. Уверенно, вы стащили эти создания. Ситуация критическая. Вы должны найти мой ключ. Мэр Дьюи, мы вообще-то собирались к самоцветам, чтобы... Нам сейчас не до глупостей. Это задача первостепенной важности. Вот, держите официальный правительственный документ. Сверяйте с ним, чтобы найти именно тот ключ, который нам нужен. Угу. Окей. Думаю, вам надо поискать этих маленьких синих зверушек, и они приведут вас к ключу. Погодите! О, папаня, ты с нами, что ли? Я с вами! Воу! Папа, ты что, серьезно? Да, я, конечно, обычно не участвую в ваших волшебных приключениях, но сегодня я увидел, как странная дама из космоса похитила волшебную копию моего сына, и теперь я не могу остаться в стране. Мне нравится его причесон. К тому же моя автомойка разрушена, так что других дел у меня нет все равно. Ух ты, приключения в компании лучшей подруги и папы. Мою радость не выразить словами. Ну знаешь, лучшую подругу я бы взял, но вот отца можно было оставить разбирать завалы. Честно. Он пока еще ничего не понимает. Самый главный совет в игре — жми А. Ладно, на встречу приключениям. Давай, папаня, твоя шевелюра будет скрашивать. Всегда скрасит наш путь. Вон, смотрите, какая. Боже мой. Металюга ты, а? Проклятый, ты посмотри, а? Такой бежит, у него там мешок, можно сказать. Я не удивлюсь, если у него там мешок реально какой-то с кучей вещей. Почему бы и нет? Так, погоди, что там, карту как-то можно открыть, нет? Продолжить настройку управления. Так, задание. Х, задание. Найди ключ. Значки? Нету значков. Ладно, возвращаемся и машем. Куда нам, налево? Кстати, пока мы ищем ключ, можно заодно поговорить с самоцветами.
Кажется, они говорили, что собираются в... Стивен, сзади! Что там? Опа! Фига себе! Стивен! О нет, что теперь делать? Держи, Стивен, я тебя спасу. Давай лупани мечом по нему. Нажми ЛБ и РБ, чтобы сменить управляемого персонажа. Попробуй выбрать конь. О! Наконец-то я играю за того, кого хочу. Все, ты моя любовь будешь сегодня. Да как тебя... Я тебя и забью. Что ж, теперь мы будем знать, что такое может случиться. Спасибо, кони. А нужно быть осторожной, ребята. О, супер, ребят. Я теперь играю за девчонку. Всегда мечтал играть за девчонок. Ну, давай подойдем к этому чуваку и резанем его. О, экспа. Значок опыта. Ускорение получения опыта на 15%. Нужно 200... А у меня всего 5. Гассеты. Амулет обновления. Срабатывает лучше... Сбрасывает улучшение одного героя. Ага, понятно. Может, он того мужика грабануть? Может, у него есть деньги? Эй, мужик, дай денег. Нет у него денег. Ну, тогда я даже не знаю, куда нам деваться с вами. Опа! Сик... Ух ты, а как наверх? Наверное, сзади надо как-то зайти. Погоди, погоди, там секретка. Я уже вижу звезду. Так, эту штуку я тоже могу разбивать, да? Нифига себе, голды сколько. А как все-таки... Почему я не могу на дом запрыгнуть? Я же конь. Может, есть какой-то герой, который прыгает выше, чем другие? Ну-ка, ну-ка, так-то так. Сейчас я в обход пойду. Где камень души? Так, что-то там ребята пишут странно. Фиолетовый какой-то чувак, смотри. О! Нет, я почему-то не могу туда уйти. Я даже на дом не могу прыгнуть. Ребят, я не понимаю, как взять ту звезду, если честно. Но давай нападем на этого фиолетового. Он этого не ждет, смотри! Какая-то у нас странная битва получилась, если честно. О, папаня, а что папаня умеет? Он умеет играть? Настройка. Когда гитара Грега настроена, его мелодия не расходует звездные очки. Оу, мелодия урона. Атакует ближайшие цели в течение определенного времени. Чем ближе цель к Грегу, тем больше урона она получает. Давай настроим. Настроим гитару. Оу. Оу! Чё-то я не понимаю, что я делаю, ну да ладно. Какую-то дичь творю. Так, Стивен, давай, лечи отца. То сейчас его сольют. Чё-то как-то слабо. Может, Стивеном чаржнемся? Все щиты пробьем заодно. Или я не пробью? Да, какая-то незадача. Мы проигрываем! Так, я думаю, надо сзади напасть. Вот на этого черта. Смотри, он даже не подразумевал, что я там есть. А-а-а! Сейчас я еще раз на тебя нападу. А, восхитительно! Тихо. Стивен, в атаку! О, хорош, отбросил! Они сильные! Они крутые! Надо этого добивать. Так, один пошел. Так, может быть, сожрать что-нибудь, а? Что у нас есть, ребят? Конфеты. Давай конфету съедим.
Стивен... О, 25 лечит, нормально. Пока как отцом пользоваться, я не понял, ребят. Может быть, им надо пользоваться, когда на него не атакуют? Видите, он пока играет. Все нормально. Слушай, а прикольно, музыка поменялась, да? Нормально, он бьет постоянно, смотри. То есть пока его не атакуют, он постоянно бьет. Все, я понял, в чем его суть. Нет! Так. И пынь. Готовальченко. Больно. Так, а теперь, Стивен, я думаю, тебе надо полечить всех. И себя в том числе. Нет. Папа не вдарил. Слушай, я понял, они сделали защиту. Видишь, он начал постоянно бегать в атаку. Это защита от того, как раньше мы с вами поступали. Видите, он постоянно в атаку ходит. Блин, я все время забываю, что нужно это... защищаться вовремя. Слушай, реально пипец. Сделать комплимент Коне. Хэ. Кони, ты классная! Слушай, прикольно, я типа идеальную защиту сделал. И на! На! Стой, я тоже хочу в атаку! Блин, какие дикие черти, а! Жесть, еле выиграл. Опа, 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 левелап. Плюс 3. Пузырь! Создает защитный пузырь, полностью поглощающий одну атаку. Ты получаешь звезды, их можно тратить на улучшение. Нажми. Так. Что я могу улучшить? Атака, защита, удача, дружба. Стивен быстрее строит взаимоотношения. Так. Во. Все. Получилось уйти. Меня там зажали, ребята, не хотели выпускать. Да понятно, что не только во время боя. Используй печенье кошек. Да я лучше завтрак совместно использую. Всю семью полечу. Ну что, побежали, Кони, давай. О. Кони, собирай вкусняшки. Что, я теперь пройти там могу, не? Не, не могу. Ладно, так, где нам ключ-то найти? Художник какой-то. Так, здесь тупичок, ребят, в городе. А можно в дом зайти? Нет, нельзя. Тогда валим отсюда. Ух, это камера плавающая, а. Может, я когда-то смогу прыгать выше? Такое предположение. О, еще кристаллы. Как так, я в прошлый раз их не дособрал. Не волнуйся, Пиди. Мы защитим тебя и твою вкусную картошечку. Эй, монстры, не смейте даже соваться в картошечную. Картошечная. Так, а чё вы самого слабого-то на первый фланг выставили, а? Что это такое? Он пушечник. А что, если я сделаю вот так? Смотри. Опа, и в него прям. Пынь! А он все равно в меня целит, смотри, гад. А я отбил. Понял. Что, неплохой щит у него все-таки, да? Так, ну давай рубать. Пушечник. Но этого мы точно зарубим.
О, смотри, она еще вторым ударом как-то насквозь бьет. Давай еще разок. И... И... Рано! Черт, облажалова! Стивен, нужна твоя помощь! Мочи! Хорош, отправил его в космос просто. Что он делает? Это же кислота. Как так поздно? Я нажал! Нечестно. Так, но это все равно стрельнет уже. Давай по этому долбанем. И... Щитом добью. Вхожу в него. Отлично вошел. Смотри, я сейчас как сделаю. А я полечусь. Муа-ха-ха-ха. Ах, ну я же нажал кнопочку. Он теперь будет по КД стрелять, ребят, как в тот раз. Да что ж ты поздно-то, почему? Давай, девчоночка, спасай. Руби ему, кромсай. Да что ж рано-то, ч... Что ж все не задача-то такая, а? Да что ж ты будешь делать-то? Он сейчас его расстреляет просто мне. Хортс. О, я могу с Кони подружиться еще больше. Давай, Кони. Не двинь, Кони. Я пока залечусь. Атаку, Кони! Замечательно! Стоять бояться? Сейчас Стивеном сделаем бобо ему. Пшел вон отсюда. Победа! Сейчас будем Кони прокачивать, ребят. Плюс 3 звезды. Новая способность на страже. Кони приближается к союзнику и принимая защитную стойку, не давая союзнику получить урон и контратакуя. Неплохо. Спасибо, Стивен. Хороший комбат. Защищаем, значит, гитариста, а он лобает всю игру, да? Я даже не буду спрашивать, что происходит. Лучше займусь работой. Правильно, пеки картошку. Что ж, наверное, это правильное решение. А поскольку ты спас мне жизнь, держи картошечку за счет заведения. Картошечка фри. Пыу, восстанавливать некоторые здоровья в течение короткого времени. Пока не видно никаких ключей. Не волнуйся, ребята, у меня отличное предчувствие. Да, мне тоже. Так, погоди. Мне нужно попасть в развитие девчонки. У нее ХП прокачалось. Ага, смотри, у нее атака 13 изначально. Что ты умеешь-то? Увеличивает дальность обычной атаки, позволяя ей поражать врагов, которые находятся дальше. Защита. Я думаю, она нас атакующая будет, или как? Союзники под твоей защитой будут медленно восполнять здоровье. А кто будет ходить в атаку, если Кони будет защищать? Такой вопрос. Ну ладно, мы сейчас все попробуем это дело, да? Мы сейчас все попробуем, а там посмотрим. Куда идти-то? Песочница. Не попал. Че, я только этим могу, что ли, прокатываться? Приколись. Ну давай нападем на этого пушечника сраного. На, минус 9 сразу. Входящий бесплатно. Ух, нифига себе сколько. У меня здоровья мало. 3 очка.
Ну давай гитариста защищать. Ага. Хана Стивену. Мне кажется, пора что-то сожрать. Do your thing, thing. Do your thing, thing. Включаем гитары. Черт, я прозевал этот момент. Стивен, запузыриться что ли? Давай запузыримся. Пульк. Стивен, пузырись дальше. Пульк. Блин. И отличная защита. Контратаку еще впендюрило-то. Смотри, как сильно. Куда она? А что это, на время, что ли? Черт побери, ребят, я думал. Item I choose you. Я думаю, надо снова защищать. Гитарист-то хорошо вдаривает. Хопа. Смотри, как он лупашит. Так, мне кажется, сейчас они к Стивену идут. Пора Стивену в атаку. Стивен, вон туда, вдаль. Пунч. Хорош, раскидал всех говнюков. Стивен снова в атаку. Нет. Так, а что я могу сделать? Ничего, надо ждать. Отлично. Пузыримся. Love bubbles. Отлично, смотри, гитарист-то работает. Неплохая острота, между прочим, да? В атаку! Отличненько. Хорош откидывает, а? Ты куда побежала-то, эй? Гитарист, стреляй! Блин, мне нравится, как они сделали вот это вот. Вот это все мне нравится. Мне нравится боевка. Мне реально нравится боевка. Она каждый раз разная, потому что расположение и героев, и всего, ну, разное каждый раз получается. Замечательно. Тик. Мы подружились. А что, гитара-то перестала лобать? Да что ж ты будешь делать, я же нажал. Смотри, когда их двое, можно еще терпеть. Да их двое еще реально терпеть. Можно залечиваться потихонечку. Опа-на. Че это он? Он развернул свою атаку не в ту сторону. Давайте надерем ему задницу за это. И панч, пунч. Дубль два. Готов. Будешь знать, кого атаковать. Ух, сейчас кому-то дадут. Гитару жалко. Стоять! Я тебя не отпускал! На! И еще разок сразу. И на! Черт, не добил! А что ты контратаку ему не сделал? Как? Что? Так, ну с этой мы уже на максимуме или нет? Ну-ка. Когда шкала взаимоотношений двух героев заполняется, они могут объединиться! Воу! Что это получается? Детская игра? Выбери одного из героев, чтобы использовать его способность... его особенную командную способность.
Погоди, какую? Нет нету звезд, нету звезд, нету звезд. Звезд нету. Хочу единение. Что? Стивен, да ты многолюб. Ладно, давай с папой познакомимся. Так, что там за мега? О! Стивонни! Объединение в Стивонни. В Стивонни. Конни и Стив, в Стивонни. Давай посмотрим, чисто поржать. Хорош! Какая штука! 5! У меня столько нет. Шары! Двойной пузырь, защитный пузырь вокруг всех союзников. Всех тоже мне, вокруг одного. Ну это было круто. Да, что-то у Стивонни неукротимый меч, невероятный шквал атак. Нажимай кнопку как можно чаще, чтобы нанести больше ударов. Но тут много-то и не надо, я думаю. Я только разогнался. Пришлось разделиться. О, ключ. Ну, по крайней мере, это было забавно, знаете? Наш гитарист прокачался. Сейчас мы все посмотрим. Ключ от города. Угу. А вот и он. Ключ у нас. А вы, я погляжу, мастера находить пропавшие предметы. Давай, давай, отнесем. Сейчас еще нам мэр что-нибудь выдаст. Какую-нибудь экспу, да? Ну мы давай сначала прокачаем папаню. Так, он у нас гитарист. Ему что нужно? Что ему нужно, чтобы хорошо гитарить? Он у нас бард. Так, что, если Грег выполняет идеальный блок, атаки врагов прервут его, не прервут. А, ну это понятно. Так, а атака у него повышает дальность мелодии урона. А, ну то есть атака же, да? Появляется шанс выполнить удачное исцеление с помощью мелодии исцеления. А у него еще мелодия исцеления есть, посмотри. Мелодия Грега, так, дружба. Угу. И звучат на 15%, но если их не прерывают. Ну, понятно, что ничего не понятно. Да, пока в атаку все вбахаем. Атака это лучшее нападение, я вам так скажу. Ну и пошли отнесем. Отнесем сейчас мэру. Ключик. Мэр, у меня есть что-то для вас. Бегу, бегу, бегу. Так, я здесь, наверное, не пройду, да? Давай отсюда. Здорово, мэр. Так-так, Юниверс нашел мой ключ. Давай мне его сюда. Держите ключ, господин мэр. Ох, ну наконец-то. Спасибо, ребята. Город перед вами в долгу. В знак благодарности я дарю вам эту странную штуку, которую только что нашел. Опа-на, значок здорового человека. Повышает общий запас здоровья на 15%, может использоваться только людьми или полулюдьми. Ну, нормально. Right. Учитывая, что мне постоянно Стивен, он нерает задницу, надо ему дать. Yeah. Зная самоцветов, могу поклясться, что они уже заметили монстров по всему городу. Уверен, что они, как и мы, сражаются с ними где-то в прибрежье. Да сейчас, они отдыхают где-нибудь в Подмосковье. Может, если мы поднимемся на гору к маяку, то сможем их увидеть? О, отличная мысль! Ты получил значок. Ну, замечательно. Жалко, что у них здоровье не восстанавливается со временем. Отправляйся к маяку. Я люблю маяки, вы же знаете. Только где маяк-то? Они бы еще сказали, как к маяку пройти. Было бы вообще замечательно. Ну, ладно, ребят, я думаю, для начала вполне себе достаточно. Небольшое резюме. Рисовка все такая же детская, веселенькая, жизнерадостная. Но суть, конечно, игры не в рисовке, а в том, насколько... Тут
из чего игра состоит? Из боев. Да, насколько интересна боевка? Боевка, как по мне, намного интереснее даже, чем была в первой части. И это, конечно, круто. И плюс есть девчонка, за которую можно играть. Это вообще вдвойне круто. Поэтому Светку, если хотите, чтобы мы спасали Светку дальше, вы знаете, что нужно сделать, да? Нужно взять и писать: «Витя, спасай Свету! Свете без тебя не жить!» Как-то так. Ну и заодно можно лайк поставить. Поделиться с другом. И вообще добавить в плейлист. Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор, канал Витёк Плей. Это было спасение Светки. Лайк, подписки, комментарии. Все как обычно, мелким шрифтом со звездочкой. Я сказал. Все, пока. Выйти. Татя.